А я прокручиваю какой-то момент, и у меня сразу же слайд переходит опять на ставку, и мне опять приходится эту информацию читать. То есть сделан шаг в отношении баннерной рекламы уже к тому, что требует действующее законодательство. Есть расшифровка по информации, но не хватает времени. Поэтому, к сожалению, это будет признано мелким или нечитаемым шрифтом, эта информация будет признана отсутствующей. Ну и, наконец, промо-акция банка. Начнем с стимулирующей акции, просто с общего понятия. Мы будем говорить только о тех акциях, в рамках которых вручаются какие-либо призы. Очень быстро, это два вида акций разделяются. Первый – это те акции, в которых разыгрывается что-то случайным образом. Розыгрыш призов «Лототрон», «Скретч-карты», «Генератор случайных чисел». Это отдельным блоком стоит. И другие акции…